так мы сидим в самолете вот этой вот авиакомпании Дельта. А, вот она. Вот такой вот классный мониторчик. Не первый сервис самолет. Сейчас наконец-то отдохнем, покушаем. 10 часов будет вот так вот поспать, погулять, тут побегать. Самолет такой большой. Мы сидим в конце. Самое безопасное место. После того, как мы сели на борт, нам дали подарок в студию. Одеяленько. Спать. Подушенцию. Так, а еще сувениры. Вот такие наушнички. Ой. Такие наушники. Да, сувениры падают. И такие очечи. С берушками, кстати, вот берушки тут. Как только мы сели в самолет, мы нашли точку доступа. Чисто случайно в самолете. Не поверите, как она называется. Аляска наша, чисто русскими буквами. Кто это спит? Ну, я тоже так хочу спать. У меня столько места для ног. Почти как у меня. Значит, мы прошли проверку и летим, вы знаете куда? Где такие проверки проходят? В Америку. Соединенные Штаты Америки. Мы летим в Сиэтл. Итак, что нам приготовила авиакомпания Delta Airlines? Это водичка обычная, орешки вкусненькие, вот такие classic almonds, снэк такой. Печеньечки. Ну, я думаю, это будет... Да-да-да. Не, я пробовал вкус, очень вкусно. Сейчас. Вот. Так, пробуем. Да ё-моё, он падает. Живой. Обеда буквально сразу после снека. Так, водичка та же. Так, что у нас тут? Сырочек это у нас, салатик, булочка, салфеточка красивая, Дельта и курочка. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. С рисом. О, сырочки есть. Едам. Так. Да, приятного аппетита, ребята. Файн бута. И печенюшка. Так. Даже маслечко есть оливковое. Так, и вот наш прогресс. Салатик съели. Прошу прощения. Кто съели. Остался десертик. Неплохой, да? Ой, десерт. Шоколадный. Кстати, пластик очень жесткий, вот так вот даже не сгинается. Ложка очень толстая. Классно. И вот после очередных 3,5 часов сна Дельта нас опять порадовала, начала приносить вот такие коробочки интересные. Такие. Так, что у нас в этой коробочке? Коробочка с сюрпризом. Раз. И тут... Так.
Смотрим. Вкусные конфетки. Растворяет зубной камень, я так думаю. Шоколадная карамелька. Класс. Так, томата и орегано. Так, что тут у нас? Печенюшка. Такая штучка. Olive oil sea salt cracker. Крекеры. Так, и тут такая салфеточка с ложечкой. Молодцы, ребята. Кстати, между каждым приемом пищи на Delta Airlines выдают салфеточки такие мокренькие, тепленькие, горяченькие. Итак, ребятки, всем приятного аппетита. Спасибо. Дельта, салфеточка, круассанчик с Франции еще. Мороженка, кстати, надо съесть, потечет. Круассанчик, вот такой вкусненький. Круассанчик, походу, с сыром. Сыр, колбасочка, что будем сейчас кушать. А, вот написано. Чеддер чиз и индейка. Так, мне принесли кофечко вкусненькое. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. И Starbucks. Great coffee. С молочком. Ну, приятного аппетита всем. Total time 12,5 часов летим. Неужели? Вау! Total time 12,5 часов. Вот осталось лететь 40 минут. 40 минут. Местное время 10:42, а у нас в Украине сколько? 20, да, уже? 20:40. 20:45. И вот сейчас покажу, где мы находимся. Вот какой гигантский путь мы проделали, и он там даже еще не видно. Вот Сиэтл, самый северный штат. Соединенные Штаты Америки перед Канадой. Мы сидим посерединочке, но можем вот к людям подсматривать в окошко. Сейчас будем приземляться в Сиэтле, а потом дальше вглубь Аляски. Почти как Алтайские горы.